Просвітная служба информации телерадиокомпании «Гомель» у студии Александр Гамоля. Добрый день. С 1 листопада сетка платных дорог у Беларуси повеличилась больше на 300 километров. Таким чином, агульная протяглость автомагистралей, которые включены в систему «Белтол», складает 1500 километров. Первым платным на территории Гомельской области стал участок республиканской трассы М5 Гомель-Жлобин. Платят за проезд владельники автомобиля массой свыше 3,5 тонн, а так само водители легковых авто с краин, которые не уходят в мытный союз. У связи с поширением сетки дорог, которые включены в систему Белтол, начали работать и новые пункты обслуживания клиентов. Один из них появился в Жлобинском районе у вёсцы Лебедёвка. Працует пункт обслуживания и у Гомеле. В самом Гомеле есть пункт обслуживания клиентов, работает круглосуточно. Вот поэтому в любое время водители, представители транспортных компаний со всем своим автопарком, со всеми документами могут прийти, заключить контракты, получить бортовые устройства и водителя отправить в рейс. Как поведомили у компании операторы, у наступном годе протяглость платных дорог на территории Гомельской области повеличится. Есть планы по включению в систему Белтол участку М5 от Жлобина до Бобруйска. В отряде милиции особливого призначения Гомельского полка патрульно-постовой службы милиции отбылись тактико-специальные обучения. Их головными удельниками стали бойцы АМАП, которые имеют навыки альпинистов и готовы войти про окно, когда милицию не пускают у двери. Подробности в наступном сюжете. Поводле легенды, все началось с криминального здарения в поселке Чонки. Пьяный мужчина пришел в краму и, погрожаючи зброей, забрал бутыльку горелки. Ховавшийся от милиции, злочинец забаррикадировался у одним из помешканий у закинутого будинка. На пропанову сдаться отказал стрельбой. Раз подвал у будинок проникает группа захопу. Бойцы рухаются под прикрытием броневого щита. На арсенале так само винтовка «Мосберг», специальные патроны и кувалда. С их допомогой выбивают зачиненные двери. Тем часом другая группа готовая до штурму. Операция переходит в финальную стадию. Умовный злочинец, якого талиновито заиграл супрацовник АМАП, обяшкоджанный и стратил боевый запал. Цель тактики специальных учений заключается в том, что работа альпинистской группы, слаживание личного состава и взаимодействие по пятибалльной на 5 баллов. Но есть на чем работать, есть совершенствоваться, есть другие подразделения, у которых мы берем что-то. Берем опыт, созваниваемся, работаем и внедряем. Руслан Проляскоўскі, Максим Савін, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня стартовала республиканская антитытунёвая информационно-эдукационная акция, примеркованная до сусветного дня некурения. Ее мета – профилактика захворывания, связанных с этой сгубной звычкой, и повышение досвеченности насельництва про уплыв споживания тытунёвых выработок на здоровье человека. По данных статистики, зараз у Беларуси курить около 30% дорослого насельництва. Больше за половину являются пассивными курильщиками. Уживание тытуню приводит до хвороб, снижения продукционности працы, повеличения выпадков инвалидности и, как следствие, заучастной смяротности. Курение не только порождает хворобы, але и спряя их развитию, сослабляющая охоуная реакция организма. Уже доказанная совесть курения с 18 видами онкологичных захворываний. Экспертами Сусветной организации оховы здоровья подлічена. Прикладно 30% усіх пухлин и смерти от раку у развитых краинах связана именно с курением. Гэтая згубная звычка знищая кожу 6-го человека в свете. У период проведения антитытуневой акции на Гомельщине будут организованы прямые телефонные линии с консультациями психологов, онкологов и наркологов. До інших тем у Чачерску яе называют «Жанчына-легенда». Няніла Шаўцова подарила мясцовому музею каля 600 экспонатов, сярод яких столовая лыжка с чистого сребра 19-го стагодзя, блюдо со сервиза 18-го стагодзя, антикварный вугольный прас с головой льва. Кожный предмет заховывая свою историю, а все экспонаты музею Няніла Шаўцова дорыць. За матеркой истории сустрелись наши корреспонденты. Вот так вот все раздувало, как мамка делает, так и я делаю. Как мамка, так и я раздувала. Оно же положено было, только не вывернуто направо. И я холодила. Откуль гэты праз явился у их семьи, Няніла Шаўцова до гэтага часу не ведая. Калі принесли его в музей, специалисты установили, ему минимум 200 годов. А голова льва за место звычайной ручки означает, что праз належу у семьи знатного роду. Тут у кожной зале есть речи, якія подарила музею пенсионерка. После яе визитов экспозиции пополняются новыми раритетами.
Предметы, которые, ну, даже, наверное, наши не все республиканские столичные музеи могут там как-то гордиться, да, и сказать, что вот такие у нас есть. Самое уникальное, это, наверное, и блюда того же 18 века, может быть, еще от графов Чернышовых, от наших. Ложка серебряная, да, конец, опять же, 19 века. Яна приходит у ратушу амаль каждый день. Кажа, як на спаткание с минулым. Книга от тетки, якая была партизанкой, мамина сумочка, газета «Правда» за 10 мая 1945-го с батьковского архива. Тое, что ранее сдавалось обычными речами, сегодня музейный экспонат. Усе речи Няніла Шаўцова музею дорить. З яе семейных реликвий, которые адлюстровують разные эпохи, уже можно скласти несколько новых экспозиций. Это вещи чьи-то, понимаете? И вот память того, чтобы они не пропали, чтобы, как говорится, я же им рассказала историю этих вещей, чтобы они вспоминали и меня, и историю этих вещей. Это же память, она будет вечна здесь. Няніла Шаўцова – сапраўдны рэкардсмен сярод мясцовых дарыльшчыкаў. Дзякуючы ёй фонды Чачэрскага музея папоўніліся прыкладна на 600 экспанатаў. Цяпер яна рыхтуе супрацоўнікам музея чарговы сюрпрыз, які аматарка гісторыі пакуль трымае ў тайне. Вольга Халадовіч, Алеся Рудзянкова, Дмітрый Радзянка, тэлерадыёкампанія «Гомель» пры падтрымцы агенцтва «Тэленавінаў» з Чачэрска. Наш утульный дом под этой назвой сегодня у Гомеле прошел областный экологичный конкурс. Его удельниками стали 135 детей. Усе яны являются выхованцами интернатных специализованных установ, дитячих домов и социальных притулков. Маленьких артистов принял Гомельский державный театр «Лялек». На его сцене удельники творчего споборництва ладили постановки на тему экологичной культуры. Упершиню конкурс «Наш утульный дом» прошел 10 годов тому. За годы его проведения свои силы у им выпробовали больше, как 2000 детей, а колькость установ, которые штогод принимают удел, выросла амаль удвоя. Главными средствами воспитания ребенка являются труды культура. Так вот, здесь есть возможность в рамках данной акции показать, как мы сегодня, педагоги, привлекаем, вовлекаем детей в эти трудовые акции, и как они научаются беречь то, что есть на земле, что дала нам природа. Это вот ведущая сегодня педагогическая идея, которая проговаривается нашим правительством. Я в спорте одразу два буйные споборницы по кіокушінкан-карате пройдут у Гомелі у суботу 21 листопада у Палаці гульнявых видов спорту. Молодь будет выявлять мощнейших на турниры «Сакура над сожем». Дорослые поспрашаются за узнагороды Кубка Гомеля. Оба турниры мают богатую историю, якая наличивая больше, як 20 годов. У них принимают удел мощнейшие каратисты из Беларуси, России, Украины и інших краин, переможцы и призеры першинства Европы и свету. Все летние турниры сберут больше за 200 удельников. У программе «Кумите» – это схватки и тамишивары – разбивание твердых предметов участками тела. Гомельские каратисты серьезно подрыхтовались до турниров и различивают на медали. Новины региона, информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. В студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи у эфира.